Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством интересных художников. Сегодня я хотел бы вам рассказать о живописце-графике из Германии Альфреде Реттеле. Мастер Дюссельдорфской школы. 13 лет начал посещать Дюссельдорфскую академию художеств. Я зачитываю Википедию. С 1834 года был переведен в мастерский класс за хорошие способности, которые были отмечены педагогами Кольбе и Хильдебрандом. В раннем творчестве испытал влияние назарейцев. С 1836 года продолжал обучение во Франкфурте на Майне у Вейт, известным историческим живописцем. Вершиной его творчества стали фрески ратуши Вахини на сюжеты из жизни Карла Великого. С 1847 года работал в Вахине, приезжал в Дюссельдорф, Дрезден, Бланкенбург. Два раза посещал Италию. Выдающимся достижением графики Реттеле стали иллюстрации к песне о Нибелунгам. Он пытался работать в жанре пейзажа. Одной из ранних подобных работ является полотно «Фабрика Харкорта» в замке Реттель. Реттель также выполнил мощную серию рисунков «Танец смерти» в связи с бельгийскими восстаниями 1848 года. Именно благодаря таким рисункам Реттель получил большую известность. Ну вот, собственно говоря, все, что мне удалось найти. Есть некоторые авторы, которые говорят, что он был с душевным расстройством, которое приписывают несчастному случаю. Ну, неизвестно. Все, всем пока, всем привет. Сегодня познакомились немного с немецким живописцем-графиком Альфредом Реттелем. Пока-пока, до свидания.